Дед Мороз садится в сани, поздравлять детей в сани, всем подарки развезет. Ведь приходит Новый год. 8-летний Артем Сируканов мечтает стать футболистом. И профессиональные бутсы ему очень нужны. О чем он и написал Деду Морозу. Мальчик проживает в центре Иволга уже 2 года. Там находятся дети, оставшиеся без попечения родителей. Сегодня Артем вместе с другими воспитанниками открыл ежегодную акцию «Елка желаний». Больше всего мне понравилось украшать елку, рассказывать стихи про всех. На протяжении 12 лет в городском департаменте опеки, попечительства и социальной поддержки устанавливается елка. Украшают ее новогодними открытками, в которых маленькие самарцы с непростой судьбой пишут о своих мечтах. Я убеждена, что все желания с этой елки исполнятся, потому что у нас в Самаре живут замечательные, добрые, отзывчивые люди, которые готовы делиться радостью и быть помощниками Деда Мороза. Всего за эти годы в доброй акции приняли участие 30 тысяч жителей Самары. Они осчастливили почти 9 тысяч детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. В этом году в планах подарить новогоднее настроение еще 500 малышам. Каждый гражданин, который приходит, он берет открыточку. Мы обязательно записываем, кто эту открытку взял, записываем телефон и обязательно отслеживаемся, чтобы не получилось, что открыточку ребенок повесил, а подарок какой-то не дал. Но такого у нас за 12 лет не бывает. В очередь к елке желаний выстроились и в городской думе. Там письма от воспитанников из Центра помощи детям имени Бориса Фролова. Каждый год депутаты лично отвозят подарки в детский дом. Мы приобретем, так сказать, вместе с Дедом Морозом эти подарки. Но не просто мы их передаем, да, так сказать, а уже традиционно выезжаем большим коллективом от дома, поздравляем. У нас такой большой хороший праздник вместе с коллективом, с детьми. Это будет общее мероприятие, мы туда приедем. Надежда получит сертификат на посещение салона. После этого в удобное для нее время она сможет посетить салон и осуществить свое желание. Поддерживают депутаты ребята в течение года. Для футбольной команды детского дома закупили форму. А чтобы дети видели, как играют профессиональные футболисты, их вывозят на спортивные матчи на стадион «Самара-Арена». Стать волшебником и исполнить чью-то мечту может каждый житель Самары. Для этого нужно прийти в департамент опеки, попечительства и социальной поддержки администрации города и снять с елки желаний вот такую открытку. Мария Елчан, Константин Головин, события.